Свой новый альбом группа «Моя Мишель» назвала «Отстой». По словам вокалистки Тани, таким названием они раздвинули рамки некогда сокрушительного слова, да и публика приняла название с юмором. У нас очень умная публика, не замороченная, не, как это сказать, ни одна извилин на яста. Новый альбом, кстати, стал сюрпризом и для самих музыкантов. Мы в этом году не собирались выпускать альбом. Мы хотели, раз в два года выпускать альбом, как нормальные люди. Но фонтанирующее вдохновение победило логику, стереотипы и все остальное. Выяснилось, что там уже на 3 альбома, то и на 4. Так что пора задумываться и над новыми сокрушительными названиями для своих альбомов.